Сейчас камера сломается. Оп! А пока же я не вижу ни игрушек, ничего-либо того, что мне стоит бояться, опасаться, абсолютно нихуя. Давайте покричим. Мы как будто, знаете, педофилов приманиваем, типа, знаете, вот этот детский смех, типа, о. Так, откроем карту. Педофильчики, я здесь. Ой, ой, ой-ой-ой-ой-ой. Уа, подожди, прячь, вон. Это Фредди? Это Фредди? Да ладно. А, нет! Это Фокси, а там Фредди сзади. Твою мать! Так, где этот сволочь? Где? Так и должно быть? Вот это вот. Ладно, неважно. Все эти лишние вопросы, они ни к чему. Хорошего не... Ой, ну, с кем не бывает, ну... Мне это нравится, прям вот! А что вообще делать в этой игре? Там кто-нибудь знает, нет? Вторая ночь, 2 часа ночи уже. Вот это, короче, что-то уже напрягает меня. Что-то кто-то рядом где-то есть. Все нормально здесь. Ладно, хер с тобой. Воу, ты кто такой? Тихо! Это может быть и палить их надо, типа, если ты его увидел, то значит надо срочно, короче, его палить, и тогда он уйдет. По остальным камерам пока все тихо, на втором уровне. Ух, нихера себе! Выключи быстрее! Сука, я еще живой, нихера себе! Так, 4 часа, ребят, 4 часа! Я в рот кулак сую уже, блядь. Не знаю почему. Может быть, потом? Да хватит пить! Да хватит проверять! Ну хватит, ну пожалуйста, а! Так, ребят, чисто, чисто, чисто. Потому что, не, понимаете, музыка изменилась. Она стала более напряженной. Какие-то шипения, вот что это такое, я не знаю. Зачем это делать? Зачем нагнетать атмосферу, когда никого нет рядом, блядь? 4 часа, ребят! Давай вентиляцию, хорошо. Давайте вентиляцию проверим еще раз. 4 часа, ребят. 4 часа. Да, ты перестань, блядь! Да пошел ты! Хуйня какая-то, блядь! Сука, да как в это вообще играть можно, блядь? 4 часа почти, я прошу. Че, вот, шо, вот, где логика? Какого хуя он вылез? Че он, блядь, вылез-то? Я не понимаю, сиди в своей берлоге, блядь. Ну что, слушаем, смотрим. 3-я ночь, друзья. Фух, поехали. Hello, друг мой. Hello. Shut the fuck up, motherfucker! Это всего лишь аниматроники, господи. Они не страшные. Твою мать, это что за херня? Вы что думаете, я сыкло, что ли? Нет, сейчас все будет. Понимаете ли, я сейчас, по сути, живу без рассудка, понимаете? Я потерял рассудок только из-за того, что я играю в такие игры, ребят. Я просто хочу вас предостеречь, чтобы вы в нее не играли, пожалуй. Нет, нет, нет. Нет, блядь, нет! А! Я закрыл глаза, ребят. Советую вам сделать то же самое. Ай, сука, видеоэрор. Подожди, не вылази, не вылази, не вылази! Систему перегружаю. Иди, 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 спокойно, иди. Как это? Чувак тусит просто, тусит, тусит, нормально. Алин, что делать теперь, а? Чё, не нравится, что ли? Как насчет классики? Это тебе... Направо! Вот сучок, а. Аудио сломал, вот зашибись. Так вот, твою мать. Охренеть. Не, ребят, не пройдем мы 4-ю ночь, вообще не пройдем. Да пошел ты нахрен! Ой, какой неожиданный сюрприз. Как ты с 10-й так быстро до 1-й дошел? Блять, и Фредди сюда чухает. Фредди, какого хрена? Ты что, он упал, что ли? Ой, ёпта. Мы дожили с вами до 4 часов. Нет, пардон, ребят, мы не дожили с вами до 4. Я думал, что все получится. Так, ребят, окей, без паники. Вот, смотрите, вентиляция, типа, предупреждение, да?
Что-то вентиляция не так, пишут мне. Я, значит, смотрю, а здесь ничего нет, блядь. Вентиляция-то пустая. Да пошел ты к черту, блядь. Я не буду проверять. Ладно, хорошо. Нажмем. Ладно, ладно. Все, без паники. Без паники. Сейчас проверим. И сейчас я убираю планшет, ребят. Вы готовы? Вы... Вот, сука, лезет! О, боже мой, о, боже мой. Я сейчас какой-то слишком эмоциональный. Я знаю, ребят, я знаю. Возможно... Это так, я ж, блядь, вспотел весь, сука, фу. Фу! Так, ну и чё, я как Майкл Джексон уже начинаю визжать. Уху! Дарби, Дарби! Симона! Симона! Фредди? Hello. Фредди, ты понимаешь, что тебе надо... Блядь! Господи Иисусе! О, ребутим всё, всё ребуть нахер! Выброси компьютер в окно и сам прыгни. Ой! Чика! Hey, buddy, how you missed you, Ben? Hi. Еще бы понять, услышать их бы как-нибудь, когда он лазит по вентиляции, было бы замечательно. Все отлично, нет его, ладно, насрать. Иди сюда! Hi. Все нормально. Сука, катит, ты понял, да? Катит, схемка-то вообще рабочая схемка. Правда, пока не понимаю, как он вообще плазает и где его увидеть, где его палить. Как он ходит, где он ходит, хер его поймет. Опа! И что-нибудь будет происходить? Эй, я что, зря чай принес? Опа, сученька, попался. Ха-ха, попался, падла, попался, вот и сиди там, скотобаза. Вот и сиди. Я сейчас что не так сделал? Я закрыл его вентиляцией, как? Так, ребят, я его слышу. Он опять где-то там. Он опять где-то карабкается, блядь. И опять заяц. Почему заяц? Почему не другой? Кто-нибудь другой, приди сюда. Ну и шо? Ага, сучонок, блядь. Опять он здесь. Опять заяц. Я не понимаю, тут кто-нибудь другой вообще существует, а? Так, и шо? Да ты, блядь, да сколько можно, сука! Ёбаный пиздюк ушастый, я тебе, блядь, эти уши сейчас, сука, покусаю! Ах! Вот так вот, блядь! Ах! Это недоразумение, я бы даже не назвал это игрой, давайте попробуем еще раз свои силы. Сука! Да как он бесит! Блядь! Я просто его, сука, ненавижу, извините, ребят. Но меня, блядь, как же он раздражает, сука. Да какой-то беспредел, я вам серьезно говорю. Что это был, черт возьми?